Привет, друзья! Вот так меня приветствует Сбербанк. Доброй ночи, Ирина. Но я совершенно не Ирина, и как мне объяснить это Сбербанку? Вы можете изменить приветствие при входе. Если вам не нравится, как приветствует вас Сбербанк, это у меня жена, карта жены, если что, и я хотел бы, например, изменить приветствие. Как это сделать? Слева вверху нажимаем на аватарку, переходим в настройки, здесь листаем чуть ниже, и есть обращение. Обращается он Ирина, то есть доброй ночи, и потом то, что здесь написано. То есть или добрый день, там, доброе утро. Например, хочу, чтобы здесь было написано не Ирина, а Владимир. Так. Все, теперь обращение будет именно такое, и вот так легко это можно изменить. Спасибо за просмотр, надеюсь, я вам помог. Если это так, поставьте видео лайк и подпишитесь на канал. Всего вам хорошего, пока.